Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Я сегодня хочу сделать видео, как можно скачать драйвера на цветные принтеры. На 1410, Epson 1410, T50, P50, 660, 650 и другие модели. Вот здесь у меня панель управления. Я вам сейчас покажу, что у меня этого принтера здесь нету. Вот устройство принтеры. Вот здесь у меня скачанный есть Epson TX650, а 1410 нету. Я сейчас его сверну вот так. Заходим в Яндекс. Вот здесь в Яндексе пишем Epson 1410. Скачать драйвера на Epson 1410 и поиск. Вот, драйвера на 1410 плюс инструкция. Видите, вот здесь много драйверов. Здесь могут быть драйвера, которые не устанавливаются, там проблемные драйвера. А здесь вот выбираем плюс инструкция. Дальше, вот смотрим. Вот 1410 идет. Вот драйвера 32. Для компьютера 32 разрядный и 64 разрядный. Дальше смотрим, видите, инструкция как идет. Показывает. Вот, вот. Вся инструкция здесь. Вот до этого. Но инструкция... Можете соблюдать по инструкции, а сейчас я вам покажу, как устанавливать, тоже все покажу. Можете по видео тоже. Вот здесь смотрим. Написано для 32 разрядный, для 64 разрядный. Чтобы это определить, заходим в мой компьютер, или этот компьютер, нажимаем правую кнопку и свойства. Здесь смотрим. Вот. 32 разрядный и 64 разрядный. Этот, на него стоит у меня драйвера. Два вида. И 32 разрядный, и 64 разрядный. А у вас так не будет. У вас будет или 32 будет, или 64 разрядный. Мы меня так установили для разных принтеров. Когда не могли принтер установить один, вот сделали, чтобы и этот смог, и другой смог установить. Так что у вас может быть 64 или 32. Вот, здесь мы посмотрели уже. Знаем, это убираем. Это тоже убираем. Отсюда выбираем вот. 32 разрядный выбираем, посмотрим. Вот 32 разрядный выбрали. Вот. Вот 32 разрядный. Вот здесь показано Epson Photo 1410. Дальше, окей. Лицензию принять. Если это не сделаете, он не даст вам его установить. Принять. Все. Здесь уже делаете отменить. Окей. Установка драйвера принята. Окей. Все. Сейчас пойдем туда. Где у нас панель управления. Посмотрим. Здесь нет. Закроем сейчас. Давайте я перезагружу компьютер и посмотрим. Вот перезагрузил.
Сейчас проверим. После перезагрузки появится. А, вот. Вот. Нужно было перезагрузить компьютер тоже. Принтер тоже. Вот перезагрузил. Вот появился наш Epson Photo 1410. Дальше. Вот здесь тоже можно еще узнать. Вот любую книгу или что-нибудь открываете. Выбираем печать. Дальше вот 1410. Сюда нажимаете свойства. И принтер включаете. Вот здесь видите. Драйвер. Ну, принтер, когда не включенный, краски не показывает. Сейчас я включу принтер. Вот, я включил принтер. Сейчас он покажет краски. Если здесь краски показывает, краски, если видно, то установили правильно. Когда будем, когда дадим команду на печать, он будет печатать, уверенно. А если вдруг бывают такие моменты, вот без инструкции, которые скачиваете, если скачаете драйвера, вот бывает, краски не видит. Поэтому нужно этот другой драйвер скачать. Вот видите, я вышел, зашел. Видны краски. Если краски видны, значит удачно установили. Спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то пригодится это видео.